Надеюсь, вы адекватно играете. Стараемся. Просто у меня просто так его два долбоеба на рандома, которые не могли кого слышать и просто шли и сбивались. Не, ну это бывает и у нас, конечно, такое, но. Ну вы будете слышать кого эти чата, пушу не со мной, или вы мне продадите в первом же раунде и буду убежать куда-то, когда мне будет пушить трем. Главное так, сложно. Сложно выбрать. Так, не обрекаем. Прям серьезно сложно выбрать. А? Продавать меня или нет? Не, ну да, 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 да. Как я говорил. Смотри. Да, жесткий, правда? Ого, это кто? А я просто в дейте тут типа не общаюсь. Да. Очень громкий, надо и твои сейчас. Да, у тебя фон лютый. А у меня фон есть? Да-да-да. Такой железный, гармахает. Это просто у меня наушники умерли, я сейчас телефон использую как микрофон. Я немножко левее иду. Я походу могу пойти покурить. Хорошая идея. Но не сейчас, сейчас нельзя. Да я про свой урон. Да все дура. Ты держишься команда. Это самое главное. Урон вообще не роляет, забей. Главное, чтобы держался команда и слушал кого. Это, блядь, тут бывают такие дотики, которым говоришь, типа, следуйте, пожалуйста, за мной, они такие, нет, иди нахуй. Они выбрали свой путь. Да, они выбрали путь слива. По одному от одного типа со спидфайром. Я немножко пропаркую свою. Правее слабость. Кого-то дал 60. Еще правее слайпа. Слайпа пошла. Еще
танке. Хорошо, он пишет. Так легко, так легко. Спасибо, мастер. Парни, спасибо за игру. Давай, доброй ночи. Спасибо. Карась. Карась, блядь.